В прошлом году уже теперь. Песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались» исполнилось 40 лет. Представляете? Я до сих пор помню слова. 40 лет – это вообще ни в какие ворота. И когда ей было 38, был сборный концерт такой, и я думал, я сейчас выйду и скажу, 38 лет, вот так скажу. Вот, но перед нами выступал Владимир Зельдин. Он вышел и сказал, я спою вам песню, которую я впервые исполнял 68 лет назад. И все, ну что я. Все впереди. Да, потом, спасибо. Потом, конечно же, то, что я пел Иосиф Петрович Кобзон, «Царство ему небесное», это невероятно для меня. Он долгое время пел ее дуэтом. С Лужковым они пели. Как соберутся и тут хор севастопольских моряков. И... Вот. А когда с Лужковым-то это случилось, там что-то какая-то была формулировка. Утрата доверия президента. Вот. И ходил анекдот такой, когда два водопроводчика сидят, один говорит, а чего Лужкова-то уволили? Другой говорит, да доверенность какую-то потерял. Вот. Ну и, конечно же, Иосиф Давыдович любил попеть. Он говорил всегда, я пою 4 песни на бис и 8 на зло. Вот как начинал так. И я помню, был тоже сборный концерт, Иосиф Давыдович последний выступает, и все артисты ждут, чтобы в конце выйти, уже час ночи, он уже поет 15-ю песню. И говорит, а сейчас я вам спою песню, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И ведущий ему говорит, Иосиф Давыдович, я вам хочу заметить, что собрались там еще вчера. Вот. Потом, знаете, конечно, в связи с юбилеем хочется еще вспомнить, что как только я написал эту песню, мне показалось, что она вообще везде подходит. Вот как вот до сих пор ее везде цитируют, и я думал, вот эту универсальную песню я написал. А мы тогда везде выступали, прям везде хотелось. На станции космической связи там, и даже вот в женской колонии, в тюрьме, я по привычке стал заканчивать эту песню. Когда дошел до строчек, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, сказал, что песню новую забыл, припев. Вот. Но сегодня с большим удовольствием спою. И, наверное, я очень извиняюсь, что мы не выполнили все заявки ваши. Вот 11 января у нас будет в киноклубе «Эльдар». Если кто не был, вы откроете для себя потрясающий вот этот зал, где читают великую поэзию. Выступают люди, которых мы не так часто видим на телевидении. Ну и вообще он оформлен потрясающе. Скоро там будет открыт музей Эльдара Александровича Рязанова. Вот 11 числа там будет наш концерт. Может быть, мы что не допели, я записки все прочитаю, мы там допоем. А песня «Как здорово» сегодня посвящается Иосифу Кобзону. Изгиб гитары желтый, ты обнимешь нежно, струна осколком эхо пронзит в тугую мысь, качнется купол неба большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Качнется купол неба большой и звездно-снежный, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Как отблеск от заката костер меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как
как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, чьи имена как раны на сердце запеклись.